Возможность напрямую обратиться к представителям власти сегодня есть у всех жителей Химок. Для удобства в микрорайонах городского округа проходят встречи в формате выездной администрации. Такой диалог населения и власти позволяет и не только узнать о волнующих вопросах, но и оперативно найти им решение. Такой формат нашел положительный отклик среди жителей Химок. В этом году уже провели 17 встреч в Старых и Новых Химках, Левобережном, Сходне, Ферсановке, Подрезкове, Луневском и Кутузовском. Результаты первых выездных администраций обсудили на общегородском совещании под руководством главы Химок Дмитрия Волошина. В таком ключе, при котором каждый житель понимал, когда, в какое время и по какому адресу проходит у нас выездная администрация. Какие вопросы можно задать, как быстро на них получить ответ. Всего со своими вопросами обратилось почти 1000 человек. Самые острые темы – ЖКХ, благоустройство и транспортная доступность. Сам по себе формат выездной администрации – это очень правильный формат. У жителей Сходни, да, ездить в Химки по каждому вопросу, ну, не у всех есть такая возможность. Очень хороший формат, живое общение, живые проблемы обсуждаем и решаются сразу. Очень удобно. Выездную администрацию в городском округе проводят еженедельно. Еще один новый формат. Заместители главы Химок обходят микрорайоны. Это позволяет на месте узнать о том, что волнует химчан. Городской округ мы его разделили на сектора, закрепили за каждым зам свой сектор. И каждый заместитель главы обходит раз в неделю свою территорию. Обходит, встречается с жителями. Почти 3000 обращений за эту неделю поступило и в Центр управления регионом. Больше всего связаны с обновлением дворов, ремонтом домов и дорог. Все вопросы на особом контроле в администрации Химок. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.